Дирижабль! Дирижабль! Один, два, три, я прыгаю! Да! Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! Прямо сегодня я собрал тут 20 человек, и мы сделаем нереальный контент! Потому, ребята, прямо с начала данного видеоролика прожмите огромнейший лайк! Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня мы проверим абсолютно все крутые лайфхаки, от которых вы просто будете в шоке! Прямо сегодня, ребята, мы попробуем запрыгнуть на дирижабль! Слушай, вот-вот-вот-вот! Прямо на эту малышечку, прямо на этот дирижабль я прямо сегодня попробую запрыгнуть, ребят. Я возьму АВМ, чтобы было видно ее получше. Вы посмотрите. Я уверен, у нас это выйдет. Прямо сегодня, ребята. Эти бойцы мне помогут, и мы сделаем нечто невероятное. Ребята, вы готовы? Вы готовы? Да! Они готовы! А ну подпрыгните, кто готов? Починай, а ну подпрыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй, все готовы, ребята. Вы понимаете, это будет нереально крутой контент, потому что прямо сегодня покажу салют. Я покажу то, как мы залезем за карту. Я покажу то, как мы запрыгнем на дирижабль. Это будет нереально крутое видео. Поэтому, пожалуйста, братишка, прямо сейчас поставь лайк. Брат, лайк обязательно, лайк. Также подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ну а мы начинаем! Ну что же, ребята, для того, чтобы у нас все вышло, нам надо сделать лесенку. Делать лесенку будет очень сложно, но мы попробуем. Первый кибертюлень, братик, ты идешь, становишься сюда. Дальше ему на голову идет Red Sky. Братик, ты идешь сюда и запрыгиваешь на голову кибертюленю. После этого у нас идет кибергардия, братик. Ты идешь, запрыгиваешь им на голову. Давай, давай, давай. Должна быть лесенка с троих людей. И при том, ребята, вы поняли, вы должны немного смещаться вправо. Дальше у нас идет Рататуй. Ребята, я скажу так, сделать лесенку, это будет самое-самое сложное, потому что постоянно все падают, постоянно что-то не получается. Тем более, ребята, из-за того, что у нас очень много людей, немножко просаживается FPS. Посмотрите, ребята, на этого кента, как он улыбается. Он еще не знает, что кент ПК запрыгнет к нему на дирижабль. Я уверен, у нас все выйдет. Я пробовал это делать на стриме, у меня все вышло. Так, ну что, следующий, Фантом, братик. О, быстрее, 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 быстрее. Так, пацаны, все двигаемся немножко вправо или немножко влево. Так, топчик, брат, немножко правее. Дальше, Дзержинский, немножко правее. Ребята, это очень сложно, поверьте вы мне. Я на съемке этого видеоролика потрачу больше 5 часов времени. Я вас прошу только одно. Поддержите меня вашим лайком за мои старания, потому что это очень сложно. Да, ребят, что-то у нас лесенка немножко неправильная, но ничего. Дальше у нас идет Цезарь. Братик, я очень обожаю салат Цезарь. Пацаны, кто тоже обожает, плюсик, комментарий прожмите. Потому что салат Цезарь это топ. Хана, у нас какая-то лестница неправильная. Слушай, а как вообще по ней можно залезть? Она реально какая-то сломанная. Так, ну давайте вот так, пацаны. Вот так, да, вот так делать. Да, нормально, 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 нормально. Так, короче, Дима со дворус. Немножко левее подвинься. Дима со дворус. О, красавцы! 5 minutes later. Так, братишка. Вот братишка, чтобы вы понимали, пацаны, это модератор моего канала, Кент ПК. Плюс он еще модератор канала Кент Шортс. Мало ли, не знаю, есть канал по нарезкам со мной. И братишка, это мой братишка. Следующий у нас идет Дэвид Килл и I'm Absolute. Пацаны, идемте дальше. Идем. Дэвид Килл, давай, нет линии, пацаны. У нас все выйдет. Так, Цезарь, братик, ты слишком толстый. Ну, вперед подвинулся. Цезарь, вперед, чуть-чуть. Прямо сейчас мы реально запрыгнем на дирижабль и уверен, у нас все выйдет. Так, пацаны, хорошо, потихонечку, помаленечку. Ой-ой-ой, братик, что ты припрыгнул-то? Ёганый вам, братишка. Так, кибертюлень, брат, давай. Настало то время, брат. Ой, хорош, мои вы маленькие, мои вы умнички. Вы посмотрите, ребята, какая идеальная лесенка, никто не тупит. Я уже и забыл, что такое возможно. Ну как, никто не тупит, кроме братишки, братишка, братик. Я тебя хвалил полчаса, ты не можешь запрыгнуть с 10-й попытки. Давай, родной. Хана, ребята, я реально прыгну на дирижабль. Кстати, да, ребята, каждый ваш лайк равно плюс ложь. О, имба. Так. Так, первый блин комом. Одно небольшое задание, смотрите. Мне немножко не хватает, ну, немножко не хватает, пацаны, высоты. Пацаны, прыгайте, прыгайте. Ё-моё, сейчас запрыгну, давайте. Ну-ну-ну-ну, я уже вижу, господа. Я уже вижу дирижабль. Как же он близко. Твою налево, я упал. Так, ребята, счет у нас плохие дела. Делаем лесенку номер 2. Ну, бывает такое. Ну, с первого раза не вышло, лесенка упала, братва, ну, сами понимаете. Все как в жизни. Упала. Братишка, а тихая лявная гаудишка нужна? По-любому нужна. Тогда, братан,
Я тебе советую крутой проект под названием «Булдропщик», тем более прям сейчас там вышел новогодний ивент, в котором грабители хотят ограбить дом маленького бычка. И вы должны его спасти. И за то, что будете его спасать, вы еще будете получать за это крутые скины. Также специально для вас я вам дарю промик на халявную голдишку. Просто так зашел, ввел, получил халявную голду. Все нужные ссылочки есть снизу. Вся лесенка, подбивайтесь в самый угол. И просто все начинают в тупую прыгать. Давайте, братан, вот я. О, красавцы, все в самый угол. Давайте, 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 давайте. О, умнички. Все прыгаем, он еще выйдет, братва. Я уже вижу этот портал. Умничка, умничка, умничка. Еще буквально пару раз. У меня все лагает, ВПС просаживается, ребят. А-а-а! Я провалился. Ничего. Да. Прыгаем. Я уже почти залез. Давай. Еще пару раз. Давай. Ой, хорош. Прыгай. Давай, братик, давай! Еще раз, я залез, отвечаю, брат! Сейчас и выйдет. Да, я залез! Пока что с лестники никто не падает, мы это сделали. Нас тут даже 3 человека. Дирижабль приближается к нам. Быстрее, мужики! Лестнику с 2 людей! Прямо сейчас я буду прыгать на дирижабль! Мы это сделаем! Дирижабль! Давайте, 1, 2, 3, я прыгаю! Мать моя женщина! Это где я оказался? Мама дорогая, пацаны! Я упал за карту! Вот это прикол! А что происходит? Я просто не хочу упасть вниз! Нет! Five minutes later. Просто, ребята, у нас какая-то человеческая многоножка, меня все очень сильно лагает. Ну а прямо сейчас начинаем прыгать, брата. Все прыгаем в угол. Понял, повернись лицом в угол и все прыгайте в угол. Давайте. Просто все максимально прыгаем в одну линию, в одну шеренгу. Ребята, у нас это выйдет. У меня какой-то тип провалился. Кто-то меня провалился. Аккуратненько. Мы должны это сделать. Я верю. Давай. Да! Я опять тут! И со мной еще. Дарк, все, хорош. Прямо сейчас, Дарк, срочно сюда! Сюда встали, пацаны. Ладно, была, не была! Попытка номер 2, все прыгаем на дирижабль! Дирижабль! Это удар прям в сердце, нет, мы его теряем. Короче, ребята, мы решили поменять место, потому что если я буду прыгать прямо тут, то я буду находиться еще ближе к дирижаблю. Поэтому мы сейчас поменяем место. Я попробую с этого места опять припрыгнуть карту и добраться к дирижаблю. Так, братва, ну что, начинаемся прыгать. Метро Люблено, работаем, прыгаем. Активненько, мои вы умнички. Все прыгаем, кто не прыгает, тот, ребята, нуб галимый. Давай. Ой. Давайте. Я понял, походу вариант с ребрами не подходит. Короче, ребята, прямо сейчас мне сказали то, что мы сможем увидеть салют на Сэндстоуне. Прикиньте, это нечто нереальное, я не верю своим глазам. Что надо сделать? Надо найти 3 таких снежка. Как только я найду эти 3 снежка, надо их сломать. После того, как я их сломаю, пацаны, то мы сразу же увидим этот салют. И при том, посмотрите на эту штуку, поняли? Как только я сломаю эти снежки, вот эти вот 3 белых снежка станут зелеными. Ну что же, мне же кто-то пишет, я уже нашел. Так, за кем идти? Топчик, брат, давай, иду за тобой. То есть мы прямо сейчас находим какие-то снежки. Брат, где? Я не вижу, не вижу. Я слепой, брат, а где? А где снежки? Все, стреляй по снежку. О, он взорвался, имба! Ха-ха, прикольно. Что? Он зеленый, он реально зеленый. Так, идемте дальше, мне пишут 2 Т-база. Погнали, братва, погнали, все, я прибежал на Т-базу. Тихонечко, где? Сверху! На, еще маслина! Стоп, и где третий? Стоп, давайте перепроверим, он там горит зеленым или нет. Он красным горит! А чем он красным горит? Так и должно быть. Он красным горит, это нормально? Блин, горят красными, мы что-то сделали неправильно. Это Габелла. Пишет, он разозлился. Кто он? Снеговик? Или кто разозлился? Ну что, ребята, попыточка номер 2, потому что первый раз нам не повезло. В чем же суть? Нам надо найти эти 3 долбанных снежка на этой большой карте. Если вы находите какой-то шар, просто его ломайте. Не надо уже звать меня. Дветки, ломай сам, просто ломай. Я хочу просто увидеть этот салют. О, остался последний шар. Мужики, ищем, активнее. Все, ребята, сейчас будет салют. Все, нашли. Три горят, чекайте. Я хочу посмотреть на этот великолепный салютик. Три горят, чекайте.
Да! Что? Вау! Какие же вы молодцы! Ребята, прямо сейчас прожмите лайк, если понравились подобные лайфхаки. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что прямо сегодня мы сделали историю, мы сделали нечто нереальное. Все, ребята, если понравилось подобное видео, с вас лайкосик, подписочка. Всем удачки, всем пока-пока.